Здесь есть такой обрыв, люди, дети иногда плачут, когда идут по нему. Вот. А вот здесь собирают якобы песок с серебром, он блестит. Так, на видео не видно. Интересные очень места здесь. Вот это боярышник. Что-то здесь не плодоносит. Вот и озеро. Люди отдыхают. Какой-то бетонный кусок. Непонятно чего. Может, еще от немцев остался. Отсюда люди, ребята, прыгают. Здесь высота, наверное, метров 5, а может и больше. Такая скала. Вот это Серебряное озеро. Очень красивые места. Безумно. Скалы. Даже можно фильм снимать. А это пляж. Сегодня понедельник. Ну, народ есть. Последние деньки. Сегодня 21 августа. Этой скале миллионы лет, ну, даже если когда не было карьера. Карьер, наверное, в начале 20 века был основан, разработан. Потом, после войны, уже перестали его затопили водой, затопило водой серебряной. Но, тем не менее, здесь камней очень много. Выходит украинский щит. Вот тут люди отдыхают. Колись тут казаки стрибали. Ну, озер не было. Вот, это мы приближаемся к самому центру. Здесь есть кафе, продают пирожки, фрукты, вот кукурузу. А чем у вас кукуруза? По 10. По 10. Араки. 25, 30 и 40 большой. Ага, араки. Груз дорогая, здесь была по 5. Вот мы спустились к озеру. А виноград почему у вас? Ого! Местный, как на базаре. Дорогой виноград.